Друзья, всем привет, с вами канал Audio Hype, подписка, лайк, колокольчик. Вот такой шикарный появился у нас видеосвет. Очень яркий, примерно 5000 люмен здесь. Может светить как холодным светом, так и теплым. Сейчас отрегулирую и будет меняться. Вот, меняется яркость холодного освещения. И вот меняется теплое освещение, тоже яркость. Вот, от более тусклого до менее тусклого. Здесь 500 вот таких вот лампочек. По-моему, даже 520, если не ошибаюсь. 260 теплых, 260 холодных. И вы можете вот так вот гибко регулировать. В комплектации просто идет блок питания 12 вольт 2 ампер и сам видеосвет. Штативы закупаются отдельно. Ну, можно купить со штатива, можно без штатива, если у вас есть. Это, конечно же, не полная высота, я просто поставил на удобный себе уровень. Так вот этот штатив раздвигается до 2 метров. Также в комплектации, вот здесь не видно, идет такая крутилка, как сказать, которую можно крепить как на селфи-лампу, так и на штатив. Вот. И она позволяет наклонять вот этот видеосвет, то есть, чтобы он не прямо держался, а именно наклонялся. Одной рукой неудобно показывать, поэтому так вот немножко криво поставил. Но суть такая. То есть вы можете наклонять там под разными углами вот этот видеосвет. То есть он может быть вот так, вот так, вот так. То есть как вам удобно, так и выставляйте. А высоту регулирует уже сам штатив. Также этот видеосвет работает не только от сети, но и на аккумуляторе. Аккумулятор тоже не идет в комплекте, закупается отдельно, соответственно. Вот. И такие вот удобные отражатели есть. Можете тоже гибко регулировать, направлять свет в ту точку, в которую вам удобно. Вот видите, теперь он более направленный получился. Вот. И за счет такого видеосвета вы можете получать и качественные фотографии, и качественные видеоролики. То есть одно дело, когда снимаете себя просто без всего, другое дело, когда с кольцевой лампой, но она не такая мощная, а это очень мощная. То есть сейчас по характеристикам тоже пробежимся. Вот такая инструкция идет в комплекте. Обязательно обратите внимание, не смотрите прямо на свет, потому что это может быть вредно для глаз, очень ярко. Итак, здесь зарядное устройство 12 вольт 2 ампер. Кстати, можно взять переходник и даже, чтобы работал от автомобиля, от прикуривателя. Значит, 37 ватт мощность, 5000 люмен, но это я говорил. Температура от 3000 до 5500 Кельвин. Также из интересного, вот 260 теплых, 260 холодных лампочек светят. Использовать при температуре от 0 до 40 градусов можно. Размер данного устройства, длина, скажем так, ширина, высота 176 мм на 112 мм на 22 мм. То есть он компактный, небольшой, удобно с собой брать. И при этом занимает немножко места, но дает просто колоссальный эффект при использовании. Вот сейчас я выключил его и вот включил. Вот настолько стало ярче. То есть... Ну, я думаю, тут очевидно. Приходите к нам в шоурум, приезжайте, поставим несколько ламп или видеосвет, сами сравните, выберите, что вам удобно, что будет для вашего видео или там, для вашего фото. Да. Также заказывайте доставку по Москве, проверим сначала, отправим, и вы при получении оплатите после проверки. И заказывайте доставку по России, то же самое, все заранее проверим, отправим, и будете довольны. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите нам в группу ВКонтакте, если нужен такой видеосвет. И всем всего доброго.